Начальник где? Начальник. Управляет. Здесь весь дур, мы правильно сделали. Ну земля здесь. Что, здесь нету бетона? Ущерб здесь марка. 200, 400, 600, 800, 1200. Какой марка? Ущерб. Прораб. Как же вы так не знаете? И документы где на объект? А как вы тут работу организуете? Вы же прораб. Вы как вы без документов организовываете работу? Это земля черная, да? Хотите мне рассказать? Это камни. А бетон где? Вот они сейчас все бордюры переделают. Значит, мы это дело зафиксируем, фотофиксацию сделаем. Так. И после только того, когда мы дадим добро, они начнут проводить дальнейшую работу. Ну, давайте. Самое главное, беда, где парковка. Вот они обратную подсыпку, где обратная подсыпка, вот там бетонировать надо хорошо. Потому что машина подъезжает, бух. Да. И вот так каждый раз бух. Я думаю, что вопросов нет, да? Ну что, как поставили? Не, основание-то не забетонировано. Все то же самое. Нигде ничего нового. В следующем году мы получим повышенные камни и на простом. Я не могу, они же видят, что мы контролируем 100%. Мы выступаем перед подрядчиками, танцуем, как клоуны. Муниципалитетом все показываем. Мы правительству все выносим, один хрен, вот эта вся ситуация продолжается. И там до половины сделали, половину не сделали, сюда дальше пройти, там вообще ничего. Там все вот так вот вместе. Если вы мне хотите сказать, что вы оставили этот мусор, потому что вот этот гражданин, номера которого, кстати, надо снять. Ой, вот, если бы у нас была возможность, я бы лично сам, знаете, сколько мы снимал? Вот мы айтишникам говорим, я говорю, ребята, у нас паркуется на газонах масса машин. Культура производства работы. Да лучше бы мамочки не могли. У нас машины гоняют, как сумасшедшие мимо подъезда. Вот эти делать полетаи надо. Обязательно указу подъезда. Покажите, где у вас бетон? Вот поэтому он и упал. Грузовая машина сломает его, если он правильно забетонировал. Снаружи все красиво. Да. Вот здесь красоту навели, а здесь что? Или за это не заплатил никто денег? Ну, согласитесь, что это некрасиво. У нас проблема. Мы сейчас ставим борта, нету ливневки, вся вода стоит во дворах. Это не я ставлю вам борта. Сколько допускается под трехметровой рейкой пробел? Какой? До 10 миллиметров разрешается. Допускается. Максимум. А где сколько? Почему краяй мурсы не работают? Вот. Есть. А вот это чего? Ну, немножко. Четко ты не будешь замазать? Будешь, вы положено так сделать. Четко. Положено, и здесь все. Это не входит в вашу программу в эту. Я понимаю. Я понимаю, придется. Я просто... Денег потрачено много, а потом они попадут все камни, и все. И что потом с ними делать? Устанавливала управляющая компания. И весь забор, он раньше стоял по-другому, они его сейчас демонтируют. Да, конечно. Потому что... Конечно. Больше здесь, вот явно уже больше недели вот это валяется. А вы посмотрите, что там хоть бы что-то сделали? Это вот к администрации. Где администрация? А он уже убежал, сейчас. Чего ее мать? Собирать? Ну что ходит собирать? Сколько это лежит? 2 дня. А сколько еще будет бежать? Сегодня убирают. А почему сразу с объекта выходите сразу? Потому что там у нас много объектов разбивается. Не успеваете? Нет, убиваем, собираем. Но у них все это системно. Весь город на результаты вашей работы смотрит. Это просто, это называется культура производства. Все дальше не повторяется. С вами подписаться и вместе с представителем, что мы осуществляем до завершения основного ремонтного сезона ежедневный контроль. Замещение качества и культуры производства работ к ТСК.
0,5% за каждое нарушение от суммы контракта. Вот сейчас вот мы с вами проехались, где там борт неправильно стоит, это нарушение условий контракта. Где там мусор валяется, это нарушение условий контракта. И это все надо обсчитать и в этом предупреждении им отдать. А у нас практически везде одно и то же. Да, везде борт. Ну, давайте. Мы же сейчас начинаем формировать следующий борт. Да. Что на стадии формирования уже надо привлечь нормальную организацию.